с кем-то общаешься. А ты не читай, это мои сообщения. А, да извини, пожалуйста, там не очень-то и хотелось. Фу! Господи. Что-то минус жизнь сейчас была. О боже, кто ты такой? Толстячок. Она. А чё, она маленькая, но она огромная. Йо, и недавно мы были в гостях у моей крашихи, а вот теперь мы в гостях у маленькой безумки, судя по названию. Вот, ну вот так вот она выглядит. Ну, она такая, нормал. Никаких хардов. Нормал. Харды это не для нас, не сейчас. Да ладно, вдруг мы смогли на харде пройти. Она там была, где она? Только что уехала. Ушла. Ушла, да. Ребят, а игра называется Тавр, ее, собственно, самый. И вот он, Тавр. О, ничего себе. Тук-тук-тук. Путите. Так вот что-то за веревка была. Ага, понятно. Ловушечка. Так, а чё? А чё, а куда? О, вот сюда? Нам сюда. Это реально Тавр. Это реально эскейп, но это Тавр. Обалдеть. А что там написано было, кстати? Не падайте, ребят. Если упадете, умрете, ясно? А что, одна жизнь? Ну, я думаю, очень вряд ли. Это в принципе, если будешь типа падать, будешь умирать, понятно тебе? Ну, вроде так всегда почти работает. А если подорвешься на мине? Я думаю, исход будет примерно таким же. Слушайте, а что-то никакой истории нет. О, зато чекпоинты есть. Есть чекпоинты. Что тут такое? Это хорошо. Да. О, триггер. В смысле, это один из самых интересных товаров, как мне кажется. Ну да, но... О, что, что? А, так электричество я только что вырубил, а зачем... Это что за нафиг? Надо включить. Ёши. Надо включить электричество, ребят. Угу. Так, оно что, вырубается само? Оно и так включено. Вот оно включено. Непон. Ну ладно, хорошо. Лампочки! Вот, она его вырубила. Ах ты хитрая, маленькая. Не трогай меня. Боже, бежит прям за мной. И руки свои протянула. Ой. И чихихикает. Все, надо просто включить свет, ребята. Она исчезает сразу. Так как те самые демоны из темноты, ну вы знаете. Да, может быть и так. А это что такое? Это что за летучая штукенция? Лучше не подходи в ее вот это поле зрения, похоже на глаз. Да. Да. Слушайте, это реально обе, но это Тавр, блин. А, не падать. Хорошо прыгать. Одно радует, мы не будем вниз спускаться, надеюсь. Это точно. Это точно. Так, опять будете падать, будете умирать, ясно вам? Поэтому будьте осторожнее, пожалуйста. Все поняли. Так, а где она? Я говорю, что очень странно то, что здесь нет какой-то истории. Потому что, обычно в таких обби есть какая-то там история. То есть тебе рассказывают, на самом-то деле она была там, не знаю, обычной девочкой, но потом ее не позвали на выпускной. И все. Ой, Ульяна, ты играешь в роль какого-то жуткого персонажа? Ты что там прячешься? Это Бу. Все, понял. Это чтобы атмосферу особенную придать. Понимаете, так вот внезапно оп. И я с крылышками появилась. Страшно? Страшно. Очень красивые грибочки, что-то страшное звучит. Господи. Что-то минус жизнь сейчас была, по-моему, у меня в жизни аж. Ага. Мне так не нравится, когда такой смех ужасный просто. Это так раздражает. Так, вот тут что у нас? А что? А как это? Надо под грибочки, наверное, ребят. Я просто не знаю. Ты думаешь? Но она же сверху прыгает. Ну, иначе никак. А, да? Ну, ладно. Знаете, что мне это напомнило? Помните, мы в Ульяне играли все в VR, и, короче, я под гриб забиралась. Так же Так, спокойно. Ползет дальше. Слушайте, реально грибочки помогают? Спасибо, грибочки. А, все, не хочу грибочки. Я изи, прошу. Я успею. Успела. Ой-ой-ой. Это Ульяна, Ёши, не бойся. Так, ну сюда она не залезет, да? Нет, это я понял. Ага. Я говорю, она тут не будет нас вот так вот приставать к нам, как она уже это делала. Ну, кто знает. Истории мы не услышали, но слушайте, истории нет. Давайте придумаем историю.
мы в лесу были, гуляли мы по лесу, значит, а тут башня, и мы такие, о, башня, пришли, а нас поймали в ловушку, а там скелеты, ну вот и все. И большие грибы. Погоди, погоди, это понятно все, однако, подожди, а как добраться туда? А вот туда, туда, направо. А, да, логично. Это все понятно, типа то, что ты говоришь, то, что мы там гуляли по лесу, там вот это вот, там плыли по морю, ну короче, вот это вот все понятно. А, как она стала такой жуткой? А, ну... Ну, слушайте, ну как это обычно бывает в этих фильмах ужасов? Что-то внезапно что-то перещелкнуло ее где-то. Что-то пошло не так, да? А может, она так долго жила в этой башне, что сошла с ума? Одичала. Ой, это слишком много. Одичала. Хоп. Она ждала своего принца, но не дождалась. Ну, это тоже слишком грустно. Интересная теория. Возможно, да. Слушайте, а что это за глаз? Это ее подконтрольный какой-то красный глазик? Давай типа, я проверю, я иду к нему. Не-не-не, Ульяна. Сейчас я иду, мне хочется. Не, ну смотрите, все. Он на тебя посмотрел. Да. Агрессивно причем посмотрел. Знаешь, примерно как мама на тебя смотрит, когда ты в магазине что-то не то берешь, а типа она это не планировала, и ты... А ты что, снимаешь меня? Я не знаю, ладно. Он не работает. А, нифига ты, блин, крутая. А чё тут я тоже такую хочу? Ладно, ты чё делаешь? Мне сообщение приходит, судя по звуку. Да, я слышу. С кем ты общаешься? А ты не читай, это мои сообщения. А, да извини, пожалуйста, не очень-то и хотелось. Я вообще... Так что, ребята, это такие вот глаза реально знакомы, знакомы мне, всем, я думаю, знакомы. О, да смотрите, у Ланы там полный комплект. Там магазин, заходи, покупай. А, да? Конечно. Так, ты не будешь на меня смотреть, красненький глазик? Ничего-то хочет, что-то хочет на меня как-то посмотреть. Ульяна, а как ты туда попала? А вот это надо делать. Короче, нам нужно сначала вон там пройти. Короче, ты тут идешь просто на веру, так сказать, оп. Но сюда нужно что-то офигеть. Положить. А это что-то, видимо, нужно взять вон там вот, в противоположной стороне. Вот видишь? Загадка. А, понимаю. Загадка. Да. Загадка получается. Так. Оп. Только тут есть препятствие. А, ой, я только сейчас заметила. Блин, Ульяна как-то так, как будто рекламит эти препятствия. Только тут есть препятствие. О боже, кто ты такой? Толстячок. Толстячок. Толстячок? А, толстячок. Нет, толстячок. Ага. Я паучком его не назвала бы. Ой, ребят, да, вы не поверите. У меня опять отключился интернет, и меня сейчас отсюда выкинет. О, господи, нет, ладно. Ладно, да. Я надеюсь, чекпоинты сохранят. Тебе нет. Блин. Они не сохранят ничего. Так, ага. Это я забираю. Это мое теперь. Ой-ой-ой. Чувачок, ты что там встал? Родной. Толстячок, чувачок. А, чё? Уа! Я хотел сказать, он чё, всё, а он не всё, нифига, ребят. Он нифига не всё. Да. Пацанёнок, толстенький. Давай там это, догоняй, хотя не надо. Всё, ты не пойдёшь? А, чё ты? У меня... Ну, конечно, что я делаю? Меня прихлопнуло. А бедная Лана, не на сервере, это мне только что показали. Да. Слушайте, ну у Ланы есть лайфхак. Она может просто прийти к тебе в комнату и посмотреть. А, было дело, да, это уже такое практиковалось, действительно, поэтому... Оп, на Верочку, оп, все. И чё мы? Куда мы? Поехали. Ползём наверх, да? Там. Ну, а чё? А я уже... Так на Е нажми. Я уже нажал вообще-то на Е, ну да ладно. Так, а чё у нас там сверху происходит, ребят? Чё-то интересное, может быть, не? А какой у вас уровень ради интереса просто? 19. 19. Ясно. Что, не? Не, у меня тут 15, я пытаюсь что-то сделать, но у меня вы все бегаете на месте, а я ещё думаю, а чё вы такие? Всё ясно, ладно. Подождите, а как тут быть? А тут что-то можно двигать? Наверное, или? Вот сюда вот на балку, нет? А, нифига ты умная. Нифига ты умная. Ау! Как мне залезть? Реально урон от падений. Ну как, вот. У меня не получается. Просто с краешка прыгай. Ну, у меня получилось, Ульян, как так получилось-то? Ой, блин, сама тебе сказала куда, и ты еще вообще. Дико извиняюсь. Так, а вот тут как? Ага, тут все просто, тут намного все проще. Ребят, мне кажется, что это последняя стадия. Последняя стадия. А где наша маленькая безумка? А можно спрыгнуть или нет? А, можно, смотрите. Оп! Там будет водичка.
в водичку прыгать можно. Это как в Майнкрафте. О, на! О! А чё, она маленькая, но она огромная. На, получай. Отбегаю от нее. Пожалуй, где твои хп? Где твои хп? Какая ты жуткая. А, все? А, все, она рушится. Все, умирай. По ногам, по коленям ей, по коленям. Ой-ой-ой, что так больно, что так больно? Ребята, она лупит что-то сильно. Просто пол хп минус. Ёша, подожди, стой, ты можешь увидеть Лану. Да ладно, где? А что, меня там подсадило? Да, о. Лана вон там вот. Офигеть, а мы с другой стороны башни. Так может, зря я в неё зашла? А, ты перезашла. Сейчас я еще раз. Ребята, я дико извиняюсь, а каким образом мне добить ей полное хп, если она мне сносит быстрее? А почему я не вижу ее хп? А в скором времени, сейчас она появится, подожди, сейчас. Это сейчас. Что, получается, я просто так вот... По коленям, по коленям. Ой-ой-ой, промах. Вот это что такое? Вот как мне от этого уворачиваться? Это невозможно, я не успеваю просто. Да конечно, это же бред. Ну что это за приколы? Алло, маленькая безумка. Она непобеждаемая. Ой, куда я иду постоянно? Там просто прятаться надо. Я ее победила. О, я вас вижу. За этими штуками можно прятаться. Помогите. А вы можете в забор, чтобы я прошла? Давай, я бью. На. Ладно, извини, у меня тут надо это по коленям опять этот дубасить. На, колень. Да, я тоже в голову. Так, ну не знаю, мне нравится по коленям ей дубасить. Так, ну что, ты прекращаешь что-то? Вот, все, все ясно. Спасибо за лайфхаки, Ева, здорово. Ага. Сейчас она приляжет здесь на колени, в колени. Могу еще по локтям, могу в лобешник, конечно, влупить на тебе в лобешник. А что, все, она один разочек только это делает? А, нет, не один разочек. Оп, успеть, ребят, сзади можно тоже спрятаться. Если что, если кому интересно, лайфхаки, пожалуйста, по рукам, на тебе по рукам, чтобы не делало больше пакостей таких. Нифига она взрывается, ой, ладно, тут тоже отъезжает, отъезжалово устраивает, капец, бедная. А, тут пиццу пока поем, пока вы это. Ты реально в магазин там зашла, накупила всякого. Смотрите, тут реально приколов много. Офигеть. Пицца вообще бесплатная, а вот фонарь платный. Ага, так, забираем все прикольчики. Ой, а, ой, нет, спокойно, чуть. А мы проходили эту игру, ребят, помните? Да. Crazy Mansion? По-моему, Ульян, тебе проходили. Да, я помню. Вот. Я там еще за мячиком погналась. Да. Здорово, Лан, здорово. Жаль, что ты не прошла с нами. Да. Но хочешь базукой? Фонарь у меня есть. Нормально тоже. Ну, в общем, ребят, вот такой вот обе у нас получилось. С крашкой, конечно, было поинтереснее, честно говоря, но это тоже ничего, оно тоже да, классные обе. Да, так что на этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. Всем пока. Пока. Пока.